Всем привет, YouTube привет, это видео вне формата немножко, вот у меня лампочка есть, и вот здесь вот такая с поролона, мягенькая на него накидочка, чтобы вот так вот берешь ее, заправляешь, и лампочка всегда чистая, тут вот этот поролончик защитный, ну может это и лишнее, но вот, вот такая ерундистика. Продолжая эту тему, вот я недавно приобрел пару лампочек и, естественно, заказал тоже вот такие мягкие чехольчики, такие с цветуёчками сшили. И вот так вот она себя прекрасно чувствует. Здесь такая резиночка, типа от трусов. И все. Вот. Поскольку лампы две, естественно, и чехольчиков тоже два. Потому что вот так, когда они в свободном полете, на них вот, как видно, и пыль садится, потому что стекло статичное, так сказать, статика присутствует. И вот это вот мне не нравится. Поэтому вот такие вот мягкие чехольчики можно пошить и хранить их в чехольчиках. Вот такое вот маленькое видео, маленькая полезность. Я считаю, это не лишнее, тем более, что стоит это все копейки. Вот. Инструменты, оборудование, надо о нем заботиться и сохранять его в нормальном виде. Все, всем спасибо, пока-пока. Вот так вот все это будет храниться.